действие опять пока внешний сектор, внутренний сектор, начинаем. Внутренний сектор. Вот. Раз. Два. Вспоминай, да? Опять степ. Я почему данный вид работы с ножом на этом семинаре именно уделяю вам, потому что вы когда я уеду, вы начали ходить. Вы начали ходить. Еще раз посмотрите действие. Действие ножа на подход. Встреча руки. Раз, два. Я отхожу, нож у меня здесь. У многих нож возвращается в этот сектор и обратно начинает резать человека. Вот. Это неправильно. Неправильно, потому что вы делаете пустое движение. Пустое движение на возврат ни с чем. То есть незачем. Ну как вот акробатика кувырок для кувырка. Зачем? Незачем. То же самое здесь. Посмотрите, здесь у меня нож в этой открытой позиции. Я опять же постоянно контролирую. То есть нож может вернуться мне. Отхожу, я могу нанести удар в ногу, могу нанести на удар, например, в корпус. Еще раз обратите внимание. Действие оружия. Раз, два. На отходе произвожу удар. Удар происходит, еще раз, с конечной точки, а не принятие положения, как вам будет удобно. Еще раз, конечная точка. Посмотрите. Раз, два. Здесь может быть поражена рука, нога, корпус. Попробуйте. А, стоп, оставить. Внутренняя, это была внутренняя зона, внешняя была. То же самое. Здесь немножко попроще. Но нужно разобраться, что я буду делать. Еще раз действие. Помните, это с подходом вы делаете. Подошли, сразу контроль. Здесь до конца рука контролируется. Идет фактор на сближение и уход в сторону. Сближение. Обратите внимание. Сближение и уход в сторону. То есть я стараюсь уйти как можно больше за своего противника. Как можно больше за своего противника. Еще раз действие получается. Раз, два, три. Раз, два, три. И как можно больше в сторону за своего противника. Встреча, контроль, порез. Работаем.